Всем привет, ребята. В общем, снова мы на изике. Снова сегодня мы будем мучить наклеечные кейсы. В принципе, они себя хорошо зарекомендовали, да, с них тоже что-то годненькое такое падает. Вот. Но прежде чем мы это начнем, я маленечко хочу рассказать о розыгрыше, который придет в воскресенье. То есть под этим видосом, как вы видите, у нас 13 лайков там, да. Вот, если вы собираетесь принять участие в розыгрыше, то ваш лайк здесь обязательно должен стоять. Вот, сами понимаете, что 13 лайков, это в лучшем случае, если люди, которые выполнили все условия, то шансы на дроп очень, в принципе, высокие, так как будет разыгрываться там 3 скина. И, в принципе, как я уже говорил, то есть кто-то может сразу там 2 выиграть, кто-то может быть даже там 3 скина выиграть. Либо 3 человека выиграют по одному. То есть, тем не менее, шансы, в принципе, очень высокие. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, условия будут в описании под видео, там, да, там ничего сложного нету. Единственное, сразу, наверное, надо было прописать уже давным-давно там, что у вас должен быть открытый профиль на YouTube. Вот. Вы можете его 1 числа открыть, даже 31, с 31 на 1 открывайте. Вот, пройдет розыгрыш, потом закрываете. Все, если там от кого-то шифруетесь. Ну, а мы начинаем. В общем, как обычно, пополнил я баланс на 250 рублей, использовал там промокод подписчика. Ребят, спасибо, что вы кидаете промокоды, только давайте, смотрите, сразу адекватно к этому относиться, потому что я промокоды стараюсь активировать по раритетности. То есть по тому, как кто за кем кидает. То есть не будет такого, что если ты там кинул последним, я в первую очередь буду там твой промокод активировать. Активировать я могу его всего один раз, поэтому, ну, дважды не получится в любом случае. И, ну, чьи промокоды я не успею активировать, ну, тоже, ребят, без обид, потому что, ну, я здесь кейсы открываю не для того, чтобы ваши промокоды активировать. Просто активирую. И вам спасибо. Мне на баланс денежка, ну и вам там какая-то копеечка, вот. И в принципе, если кто-то там тоже открывает, у меня промокод указан, то есть можете тоже его использовать. Использовать всего вы можете его один раз там, да, то есть 40-30%, разница в принципе небольшая. В общем, у меня должна быть прокрутка колеса. Давайте, надеюсь, сегодня у нас получится крутануть. Да ты чё, на видос колесо удалось крутануть. Ну и чё тут на видос может выпасть? 20%, это чё 20%? 20% к выполнению? Че, смеешься, что ли? Да пошел ты с 20% своими к пополнению. В общем, разминаемся, как обычно, мы на фрикейсах, да? То есть разминаемся на фрикейсах. Сегодня я видос пишу, он уже почти у меня 10 вечера. По... Ёптать, я поверил, что вот это выпадет. Как стандартно, стандартно. Алоха для лоха. Все стандартно, ничего не меняется. Ну, тут, наверное, снова алоха, да? Сука, видите, как он резко начал тормозить? Да алохи вообще летел как этот, и прям на алохи начал тормозить. Ну, сегодня, походу, это... А, ничего вообще, путь... А, ну, дезерт там, да? Дезерт за 4. Ну, сегодня фри ничем не порадовали. Ну, не все же там, да, скоту масленица, как говорится. Че, давай граффити. Граффити. Короче, я... А чё мы там, по 4 же открывали вчера, да? Ну, сегодня тогда тоже будем по 4 открывать. И будем смотреть, что падает. Что-нибудь такое это. Так, а сколько нам надо там, получается, этих-то выбить, чтобы контракт запендюрить там, да? Сколько ж надо выбить-то? Сейчас давайте глянем, короче, сколько нам надо еще выбить. Так, вот этот я не буду. Я этот не буду в контракт закидывать. То есть я его тоже там когда-нибудь разыграю в каком-нибудь конкурсе. Ну... В принципе, 157 рублей стоит вот этот скинчик там, да, то есть на в стиме-то он там, ой, блядь, в аккаунте он, наверное, подороже будет стоить. Ну, все равно, кому не надо, продаст там, купит себе скин, какой нужен. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь скинов, то есть, по сути, мне нужно два скина выбить, более-менее каких-нибудь сочных таких, и можно захерачить контракт и посмотреть, что с контракта. Не хочу я делать апгрейды, у меня как-то с апгрейдами вообще ничего не ладится, да? Можно было вот здесь, на ноже остановиться. Но у него другие планы. Не ладится у меня как-то вообще с апгрейдами там, да? Поэтому, черт их знает. А может просто ради прикола, короче, вот этой серости навыбивать и потом пробовать на этот, на X10 полетать. Вообще там, или на 1%, просто по приколу, знаешь. 5 рублей поставил на кон, и на 1% залетаешь там, типа, за 500 рублей что-нибудь выиграть. И 500, ну, сотню сделать, попробовать. Сотню апгрейда сделать и посмотреть, вообще есть какая-то вероятность
1%, то есть со 100 попыток что-нибудь залететь. Слушай, прикольно, может быть как-нибудь я это... Так, это получается, если 4, чтобы сотню, это 25 прокруток надо сделать там, да? А 25 прокруток, ну, на 250 рублей 20 прокруток не хватит. Если я учесть по 4, то есть по 24 рубля за прокрутку, это 10. Синенькая что-то выпало. Сколько ты стоишь? 37 там, да? Ладно, мы тебя как оставим это про запас. Про запас там, да? Оставим, оставим. Потому что завтра я буду открывать кейсы армейские. То есть я к наклейкам уже завтра не буду возвращаться. Поэтому я тебя... Ну, ну, пожалуйста. Ах ты ж, сука. Что тебе стоило на фиольной этой наклейке остановиться? Ну, в принципе, фиольная, она тоже больше, там бы 100 рублей, наверное, стоила бы, и я бы ее тоже не стал бы использовать, да? То есть, с другой стороны, хорошо, что не остановился. Но, с другой стороны, тоже и плохо. Так бы был кому-нибудь призик на розыгрыш. Так, ну что тут? Еще как чем-нибудь удивишь? Или ты все как бы... А, сегодня же не четверг, сегодня же пятница, да? Пятница, все. Пятница 30-е. Завтра там 31-го, что? А потом же Хэллоуин у нас. У нас же, по-моему, Хэллоуин с 31 на 1 ноября. Да? Сейчас всякие это. Что-то там в Counter-Strike читал там краем глаза. Ой, или не в Counter-Strike, где-то там розыгрыш какой-то этот хэллоуинский там. Не, ну смотри, еще что-то есть у меня там на балансе. Еще что-то на балансе есть, еще что-то можно там пооткрывать. Пока как бы не густо. Ну, ладненько. Так, мне сейчас вообще прям, знаешь, что интересно? Сколько красная наклейка стоит? Сколько стоит красная наклейка? Мне вот что прям интересно узнать. Ну, сука, я понимаю, что ты мне нож на хер дашь там, да? Вот, ну красную-то наклейку можно дать? А я что-то вот не помню. А, ну мне же выпадал, по-моему, красный скин с этого, с этих шипокейсов. Револьвер, что ли, какой-то там красный выпал. Это надо все выпуски пересматривать, чтобы вспомнить. Да мне, в принципе, из фрикейса там разъяренная толпа падала. Еще что-то здесь. 37 еще, да, то есть тоже. Ну, хер с тобой, ставим для подстраховки. Оставим для подстраховочки. То есть, в принципе, 2 сейчас уже есть. То есть 2 есть, но это 37-рублевые. Это 37-рублевые. 49. О, вот за 40 есть. Залетел. Нормально. За 40-еточку залетел. То есть мне еще нужен один за 40-еточку. То есть один за 37 уже можно будет продать. Ой, блин. Потому что если учесть, что шанс выбить либо на 4 раза меньше, либо в 4 раза больше, то есть закидывать 400 рублей, то есть есть вероятность там что-нибудь за сот. Ну тут синька, да, стопудовка. Опять 37. Не, ну тут в принципе за 37 мне это не надо уже, да, то есть за 37 у меня достаточное количество скинов. Вот, шанс. Поэтому там есть просто вероятность там что-то за 100 рублей хотя бы скин какой-то сделать. А за 100 рублей, в принципе, уже и разыграть не стыдно, да? А за соточку уже и не стыдно разыграть. А, тяни, тяни, тяни. Нет, а ты что-то... Что-то, что-то как будто так непонятно, что тебе он хер там, хер дотянет. Да? Он тебе хер дотянет до ножа. Да ножа, ножа. Так, 32. Ну смотри. А купили, по крайней мере, кейсик там, да, мы. Так, а чё, подожди, сколько это еще? Вот раз, 25. Это еще можно 5 раз по 4 открыть. Это 20, да? Давай мы сейчас вот эти вот откроем 5 раз. И из вот этой серости мы тоже зафигачим контракте. Стой, все, стой, стой. Вот ты не мог, вот, вот почему ты вот сейчас вот прям так резко не тормозишь, как ты, как обычно ты тормозишь. Сделаем из 20 вот этих серых 2 контракта и потом зафигачим из синего контракта.
Ну а чё бы? Чё бы нам не поразвлекаться-то? В принципе, предыдущие два раза, то есть этот нормально дал. Если учесть, что плюс еще с фрики, если там что выпало там, да. То есть я же вчера смотрел, мы же вчера с вами смотрели, сколько там, на 1300 было. На 1300, по-моему, там, да, скинов у меня. Если я что-то не путаю. Берега. А сегодня, получается, третий раз я открываю эти кейсики. То есть закинул третий раз по 250, 750. То есть я еще даже в плюсе все равно. То есть при... все равно еще в плюсе даже. Подожди, что-то походу это, тут, наверное, звук жутко, а я что-то торможу, короче, тут походу звучало, там, наверное, звук, пиздец, вы там, наверное, оглохли. В общем, если что, ребят, звук там тише ставьте, чтобы не оглохнуть. Ну вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Даже больше, чем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай, давай. Создаем. Да, создаем. Готовче. Готовченко. Ох. Слушай, нормас. Фамос, нейронная сеть. Кошек говёно выглядит, ну. Что-то мне подсказывает. Чуйка, сука, надо было вот эти, блядь, в первую очередь. Ну, хер с ним, чё ты, блядь, чуйка. Такая вот у тебя чуйка, блядь. Херовая. А не, а может он вообще сейчас мне выдаст там один за одним. То есть он вчера мне, в принципе, хорошо дал, да? То есть вы же видели, на соточку за 30, ну... А, то есть я на 40 закинул, за 30 дал там, да? Вот. А в принципе можно вот из этого будет апгрейд сделать. Вот что можно будет сделать. Раз, два, три, четыре. Подожди, четыре. Но это не... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, вот этот... Точно 12, то сейчас, блядь, наебусь я сам себя. Так, раз. А, это же это. Это не наклейка, это скин. Значит, 11. То есть вот один за 37 надо продать. Крутануть. За 37 мы продаем. Они же одинаковые, да? То есть вот тебя продаем. Крутим. Крутим вот эту. 4 раза. 4, потом еще 2. 4. Как раз, и как раз хватит у нас там на этот, там, да? А тут еще и синька выпала, прикиньте. Тут еще и синька такая хорошенькая, прям выпала, хорошечная выпала, выпала. А, так, тогда подожди, мы тогда за, продаем еще, еще одну за 37 продаем. Ну, че, че же, че нахер нам это вообще? Че это такое? Несерьезно же, да? То есть, вот, и сейчас мы крутим еще два раза. На два раза крутим, два серых. И из серых пиндорим. Пиндурим контракт. Из серых пиндорим. Пиндорим. Вот это слово, это, блядь, да. Слово паразит. Все, давай. Погнали в контракты. Серость, иди сюда. Да здравствует серость. Да здравствует серость. Вот тут даже за 4. Смотри, за 30. 4. Все, за 30, да, создаем. Х. 30 вложились. Но. И за 8. Получили за 8. Так, давай вот так. Вот, вот так. Создаем. И готовченко. Ну и чё? Чё ты мне покажешь? Ну, было вот эту восьмерку, то, что закинь. Ну смотри, мы как бы, да, сколько мы вкинули? 8 рублей, по-моему, мы вкинули, да? То есть мы максимум получили с контракта. Это пиздец, вот он сейчас меня побреет. А ёпта мать, ребята. Сейчас он меня брить побреет. Сука, под... А, я... а вот скин еще, думал на Е. Смотри, на 460 рублей вкидываем. Ох, блин, ох, блин. Хэ. Хорошечно, это хорошо, значит, это не какое не другое слово, это хорошо. Ну, покажи, что 351. Ну, в принципе, нормас, нормас, нормас. Тег 9, то есть это, в принципе, очень даже хорошо. Давай, очень даже хорошо. Так, вот из этого
Не, подожди, давай мы вот так сделаем. Мы сейчас просто заценим, сколько у нас доступно для продажи, да, то есть продать. Смотри, на 1475. Сегодня третий день. Сегодня у меня получается 750 рублей. То есть практически в два раза у меня здесь окуп. В два раза у меня окуп. А теперь мы залетим в апгрейды. В апгрейды мы разомнемся сейчас, на апгрейдах. Сперва мы вот эту балабасину и попробуем. Да, вот с высоким шансом мы вот этот вот попробуем зафигачить на 9%. То есть по методу апгрейд. На 10% он, конечно, хер залетит. Это хорошо, это хорошо. Да, мы пробуем еще раз. Пробуем еще раз. Потом берем мы вот этот вот СГГшник. Так, тоже пробуем на 10%, но мы попробуем. Что бы такое? Ну, ты мне не нужен. Какой АВП? Что тут есть-то вообще? Давай. Что тут такое можно? Чем бы я сам, в принципе, поиграл бы? Равку, да? Равку. Прикольно выглядит практически как Драгонролл там. Драгонролл. Драгонролл, блядь. Драгонлор, ёпрасы, ты выговорил-то. Вроде не картавый, ничего. Вот, хорошо, хорошо. Давай теперь мы пробуем еще разок. То есть вот теперь мы вот эту. Ох ты, эмочка. А нахер тебе эмочка? Эмочки-то у тебя есть. Вот тебе АВПшечку. А ну ты в не АВПшер, ты с ней не играешь. Просто так повыпендриваться, да, типа у меня есть Сайрекс. Сука. Вот он ты, да, то, что у меня. Давай. Вернись ко мне, мой Сайрекс. Вернись, сволочь. Фух, ну ладно, свалили. Так, все, давай. Теперь шанс мы... Конечно, мы не будем сейчас делать такой огромный шанс. Стоимость 50, мы примерно где-то рублей давай до... Давай попробуем рублей... Так, а сколько мы сейчас слили? 30, ты. Давай попробуем рублей до 200. От 200 давай до... Вот так... О, блин. До 300. От 200 до 300 стоимость. Вот так вот. И попробуем что-нибудь здесь сделать. От 200 до 300 СГ пуск, нет, не то. Что тут есть? Есть какие-нибудь? Тайгер, шмайгер. Хрусталь. Ну, у меня хрусталь-то там покучерявей. Подороже хрусталь. Вот, есть мертвые головы. Ты черт с тобой, давай. Че, 21%? Ну, если нет, так нет. Нет, так нет. А если да, тогда давай. Давай. Нет. Ну, нет, так нет. Все сами видели. Не дружу я с контрактами. Вот это я не буду трогать. Больше 100 это, в принципе, это. Вот, что получается? Что у нас теперь осталось? То есть было 1000... В принципе, я сотку только проебал. То есть я просто просрал там 100 рублей и все. Ну, ни о чем вообще там как бы. Ну, нормально. Я доволен. То есть я доволен тем, что у нас есть. У меня тут есть вот, то есть очень сочные скины, очень сочный дроп там, да, есть. Вот, которых впоследствии можно будет, конечно же, разыгрывать. Вот. Ну что, ребят, на сегодня тогда все. Напоминаю еще раз, что в это воскресенье у нас будет проходить розыгрыш скинчиков, да, то есть условия конкурса будут под видео. Обязательно участвуйте, кому это интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте там своим друзьям, скидывайте ваши промокодики. Ну, а я с вами прощаюсь. В общем, всем пока и до новых встреч.